Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос про идеальные роды. То есть вот вы пишете, что вы хотели партнерские роды, парные роды. То есть имеется в виду, это роды, где мужчина присутствует при, собственно, рождение ребенка, я так понял. Вот, а вы хотели именно такие роды. И муж все для этого делал, он проходил весь период, все, вы думали, что вы идеальная семья, вот вы пишете, что я все это время визуализировала наши идеальные роды. Мы рядом, мы команда, все пройдет естественно. Вы понимаете, здесь, как мне кажется, фиксируетесь вы не на появлении ребенка почему-то, и не на любви к нему, а на использовании родов как способа доказать, что ваш муж идеально не такой, как все, как другие. Что он надежный, что на него можно положиться, что он вас не бросит. Понимаете, в чем здесь вот штука? А штука в том, что вы боитесь отца, боитесь быть брошенным. Вот. И достаточно слабо полагаете на себя. Вот вы пишете, что хочу отдельную палату и хочу парный род. Да, понимаете, как бы тут. Вот в чем здесь момент. А в том, что не так важно. Что родится ребенок у вас, да? К примеру. А сколько важно, как вы будете рожать. И у вас, судя по тому, что вы описываете, есть невозможность отказаться от того, что вы себе придумали. Ну или вот напридумывали. При этом я не думал, что вам нужно обязательно отказываться от того, ну, что вы хотели бы. Но, на мой взгляд, имеет смысл посмотреть, почему для вас это так важно. Посмотреть. Почему так важно именно вот с мужем? Ну, провести роды для вас. Не в том смысле, что вы не правы в этом. Нет, не в этом смысле. А именно вот в смысле того, чем для вас это так важно. Какую свою потребность и в чем потребность вы пытаетесь
удовлетворить. Чем быстрее вы для себя это поймете, тем легче вам будет. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Поэтому, о чем я говорю? Я говорю про принятие личной ответственности за то, что вы хотите. Вот. Мой коллега прав, что, может быть, это действие гормонов, но если вот как-то после того, как вы родите, если ситуация будет оставаться для вас актуальной, вот. Ну, я имею в виду, что если вы будете по-прежнему виноватить по-прежнему будете виноватить как бы его, обращайтесь к психологу и будем разбираться. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.